Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Ольга Близина. Частота дома рук, окружающих предметов, столов в офисе за последние несколько месяцев стала важнее, чем была на протяжении многих лет до этого. В магазинах на самых видных местах появились антисептики, препараты для дезинфекции. А сегодня у нас в студии коммерческий директор компании КТК, коммерческой торговой компании, Александр Елькин, который представляет в Кирове препарат «Биопак». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем «Биопак» отличается от других средств? Ну, на сегодняшний день оно считается достаточно уникальным. Дезинфицирующее средство широкого спектра действия. Уникальным свойством биопага является то, что после его применения на поверхности образуется тонкая, неосязаемая нанопленка, обеспечивающая длительную защиту от атак микроорганизмов, сохраняющая антимикробные свойства до 32 недель. Цифры не голословны, то есть это испытания проведены не дезинфектологией Роспотребнадзора. Это разработка Института эколого-технологических проблем, город Москва, чьим представителем мы являемся. Основа биопага является сложное название химическое – полиалкиленгуанидины. Спектр их широк. Если по порядку, по направлениям, начну с актуальной на сегодняшний день для всех проблемой дезинфекции помещений, предметов обихода, мебели, ну и, конечно же, кожи рук. Биопак в этих применениях разрешен, замечательно себя показал. Инструкции согласованы и разработаны, опять же, Роспотребнадзором, то есть все документы тоже имеются. Касаемо дезинфекции, то есть биопак утвержден и разрешен к применению в детских учреждениях, в учебных, коммунальных объектах, бассейнах, банях, объектах общественного питания, в медицинских помещениях. Более того, в медицине он применяется и для обработки медицинского инструмента, и оборудования, и белья. Вот. Для систем вентиляции, кондиционирования. На предприятиях молочной, мясной, хлебобулочной, рыбоперерабатывающей промышленности. Для объектов ветнадзора, профилактики инфекционных болезней животных. Любой препарат перед регистрацией проходит испытания. Против каких вирусов, бактерий биопак показал эффективность? Это бактерии, микобактерии, туберкулез, легионеллез, бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, сальмонелла. Вот. Что касается вирусов, помимо базовых простых, стоит выделить вирусы гепатитов, ВИЧ, полиомиелит, аденовирусы, вирусы гриппа, герпесы. Помимо бактерий и вирусов, также он борется с грибами рода кандида, дрожжевые грибы, плесневых. Сравнивать не с чем в плане борьбы с плесенями. Но с кем разговаривал, кто мучается с этой проблемой, говорят, что биопак очень понравился. Александр, вы не назвали коронавирус. Испытания на нем не проводятся, это известно, но, может быть, что-то аналогичное тестировали? Что-то похожее. Биопак хорошо работает по легочным заболеваниям. И, скажем так, в плане практического примера того, что в апреле, когда, скажем так, у нас пик в Кирове начался, ну и так вообще по стране, нас ограничили в поставках по причине того, что наложили запрет на реализацию, институт мне сказал, то есть самого сырья, потому что полностью бронь наложило правительство Москвы. Ну, я думаю, что это что-то значит. Вы сказали, что препарат имеет пролонгированное действие, широкий спектр применения. Какие еще плюсы назовете? Еще одним достоинством биопага является его класс токсичности. При попадании на кожу он относится к 4-му классу. При попадании в желудок – к 3-му классу. Вот для сравнения, даже много средств на спирте, то есть спирт идет изопропиловый. Так вот, изопропиловый спирт относится к 3-му классу опасности. А вот касаемо аромата, биопак ни цвета, ни запаха не имеет. То есть концентрат, он такой легкий желтоватый цвет. При наведении с водой, потому что процентовки там идут очень незначительные, что сказывается на экономику в итоге. Вода, вода, ни цвета, ни запаха. Вот. Мы, кстати, тоже с этой проблемой столкнулись, предлагая
управляющим компаниям, когда их заобязали обрабатывать подъезды и прочее. Знакомый у нас директор, он взял, обработал, говорит, у меня претензии пошли от жильцов, что вы не обрабатываете. Нет, для них нужен запах. Вот если не пахнет, значит не обработано. Ну вот это, конечно, наши стереотипы. Касаемо этого же хлора, это яд в чистом виде. Мало того, что вот это не просто аромат хлора, просто дышим ядом. То есть лучше все же без запаха, да, использовать препараты, и не зря для дезинфекции в детских учреждениях биопак разрешен, как вы сказали. Его еще как-то можно применять? Кроме вышеперечисленных направлений, касаемых дезинфекции, стоит, наверное, сказать и про другие преимущества биопага и где он еще может применяться. Границ тут практически нету, тут у кого на что фантазия сработает. Применим он для выгребных ям, для биотуалетов. Испытывали на подводной лодке. Там же никуда ничего не выбрасывается. То есть там все как-то это брикетируется. И вот именно биопак, как флокулянт действует. То есть он собирает и высушивает, прессует, убивая все, что там находится. Мы общаемся с другими представителями института по Уральскому региону, по Сибири, где, скажем так, люди занимаются уже давно этим. Ну и они охотно делятся этими примерами. Даже где-то специалистов с предприятий рекомендуют. То есть поговорите там, посоветуйтесь там, то есть которые используют этот же биопак. А у них тема по обеззараживанию воды, особенно в Кемерово, достаточно хорошо обкатано, вплоть до водопроводов, до городских. Биопак, в первую очередь, конечно, он служит альтернативой хлору, может применяться для обеззараживания как сточных вод, водопроводной воды, подаваемой населению, используемой в системах отопления, в системах замкнутого цикла, то есть это технологические воды на предприятиях, вот и системы охлаждения, там градирни, там прочее. Вот именно для этих систем очень он понравился, ну, по крайней мере, из Екатеринбурга, ну, скажем так, наши товарищи очень все довольны, учитывая там металлургию и все остальное. То есть проблема, говорит, большая стояла, то есть заиливание, обрастание водорослями. Он позволяет полностью отказаться от таких опасных реагентов, как хлор, озон, сернокислая медь, ну и снизить расходы на минеральные коагулянты, упростить технологию водоочистки, ну и повысить в итоге ее экологическую безопасность. Еще интересный факт: в системах отопления и горячего водоснабжения существует термофильная микрофлора. Бактерии, для которых высокая температура не является препятствием к размножению. Вследствие чего на трубах образуется пленка обрастания бактериями, одноклеточными водорослями, которые активно приумножаются на стенках труб внутри, что препятствует, скажем так, водопрохождению и со всеми вытекающими. То есть появляется запах. Что касается труб тепловых, то теплоотдача сокращается. Тут с Кемеровой я разговаривал. Через полтора года, они, говорит, использования в системе отопления вырезали трубу. Она, говорит, была блестящая внутри. Я говорю, вы в новые трубы заливали, в новую систему? Нет, говорит, мы заливали в старую систему. Никакую не очищенную, ничего. Были обычные трубы с обрастанием, с кальцием. Также он в строительстве применяется. То есть он добавляется в краски, в побелки. То есть, грубо говоря, в краску добавил или в побелку. То есть вот у вас уже помещение работает как антисептик. То есть он там сохраняется, никуда не девается. В бетоны добавляется. То есть бетоны крепче и применяются для строительства всех их подводных конструкций. И это наверняка не все сферы, в которых можно использовать биопак. Расскажите, как его приобрести, куда звонить или приезжать? На сегодняшний день препарат продает компания «Два Андрея», «Кировснабсервис», что на базе, что в своей сети магазинов «Продуктовая лавка». Да, можете обращаться по телефончикам 8-912-734-0806. Дмитрий, 912-826-1206. Александр. Всегда будем рады ответить на все вопросы, при необходимости привести и готовые растворы, и концентрат. Мы беседовали сегодня с Александром Елькиным, коммерческим директором компании КТК, который представляет в Кирове препарат «Биопак». Полезный город.